Так, у нас движется финальная уже стадия по книге. Вот поэтому мы тут с Алиной, с Ольгой все уже доделываем, да. Сейчас уже такой мастер-контроль итоговый какой-то идет. Так, да. Хотел спросить, как получается вообще, Алина? На мой взгляд, вторая книга получается, во-первых, объемной, во-вторых, она наиболее продвинутая, современная, и она является фундаментальной, на мой взгляд. И, конечно, в ней больше примеров, в ней больше личности вас, как эксперта, как человека опытного, как человека, который развил свой бизнес до колоссальных объемов. Угу. Мне очень нравится. Вот. Я читаю, и мне интересно. Алина непосредственно всем процессом руководит в целом, да, я и надиктовываю непосредственно. Вот. А Ольга у нас, еще одна Ольга, но в основном, Ольга, ты же у нас, правильно, в основном пишешь. Вот это тот человек, который непосредственно текст писал. То есть она иногда меняет мои слова, ну, чтобы все понимали, потому что я хотел бы, чтобы все тоже знали, а то, знаете, обычно страна не знает своих героев, что называется. Вот, у нас Ольга очень много сделала, написала. Оль, давай я тебя чуть поспрашиваю, как вообще вот все проходило? Как писание книги проходило? Да, расскажи, как. Проходило сперва, я слушала ваше интервью, но больше я слушала не одна интервью, одно интервью, одна глава, нет, не так проходило. Я слушала предыдущую, на которую пишу, и последующую, для того, чтобы общая картина именно главы проходила, потом ее пишу и дальше иду. Вот так вот. Угу. То есть я одну главу иногда прослушивала, знаете, по 2-3 раза. Мы вначале выбрали, ну, как бы закрытым методом троих человек. Они написали, каждый, по-моему, по 3 главы где-то, да, написал. Ну, по 3, да. Да, три по 3. Все, и выбор в результате на Ольге пал, да. Что называется. Потому что, анонимный. Причем, анонимно, я, да, не видел. У нас, ну, это коллеги, это нормально, что называется. Вот. И было закрытым методом, ну, мне кажется, ну, явно выделялось. А потом я еще говорю, по-моему, человек пишет бизнес-литературу. А мне Алина говорит, что нет. А я потом с Ольгой, когда поговорил, оказывается, Ольга очень много читает бизнес-литературы, читает, да. Изучает. И такие вопросы правильные. Слог такой, слушайте, мне прям понравилось, если честно. Я вот прям, он легкий такой, хороший. Видно, что вот правильно все, да. Потому что иногда бывает, что-нибудь почитаешь, ну, а тут прям читаешь, вот прям как песня. Книга читается легко. Да, легко читается. Я как человек, который слышал всю информацию, который теперь ее читает, книга читается легко. Опять-таки за счет личных примеров. Это добавляет и динамики, и объема. За счет личности именно. Да? Ольга, а сложность какая самая большая была? Самая большая сложность... у меня самая большая сложность — ваш масштаб передать в слова. Да? Да, потому что, знаете, иногда... слова, книга, она обезличивает. И нужно было сохранить именно эту энергию. Энергию ваш, как автор. Вот, согласен, это, наверное, сложно, да, 100%. Так что, слушайте, ну спасибо, нам еще чуть-чуть там надо доработать буквально, но там, мне кажется, на 95% все уже готово. Или нет, или на 90? На 99? На 99. Ну, 96, хорошо. Вся книга написана, осталось произведение. За каждый процент. Все, я думаю, уже на официальной презентации еще раз это все, да, обсудим. Конечно. Все, спасибо большое. Ждите книгу. Ждите. Это будет шедевр.